could stay lost in this moment forever. Well, every moment. Papa l'americano. この2人の演技によって金銀銅各選手の色が変わってきます。大きな歓声。サプライズ there, but how about this shocker? Round 3 set to get underway. The final free dance with a gold medal. All the medals will be decided out thereRight now from Israel, Galiche and Sergei Sakhnovsky. As I mentioned, worth 50% of the overall score. This is a very strong, cumbersome, or well matched.What I like about this team is that they give you a full Доброе утро, Доброе дети. Доброе утро. Сейчас мы начнем курс фигурного катания. Новый год! Откуда Новый год взялся? Рано же еще. Давай, беговые вперед, Новый год. Пройдено. Остается только сложное.А на сложное нужно потратить время. Вот. А этого времени у нас, к сожалению, немного. Я достаю из широких штанин. Вот смотрю я на вас и думаю, какие же вы все-таки дилетанты. Вот я профессионал. Я растекаюсь, как вода, растворяюсь, как тишина. Настя, ты должна победить сегодня, я уверен в этом. Надеюсь на это. Настя, ты лучшая все равно. Даже если не будет этой награды, все равно ты самая лучшая. Насколько я привязалась к Сереже, за это время и насколько я привыкла к этому виду спорта и насколько мне все стало дорого и близко. Но безусловно лучшими все равно мы с Сережей, потому что, по-моему, таких придурковатых существ, как мы, нет. Длинный номер. Надо какую-то фигню придумывать, которую мы никому не расскажем. Это секрет. Секрет это. Никому ничего не скажем. Да. У нас появилась новая уборщица. Новый мусорный ящик. То есть ящик. Мусорный пакет. Это тема для новой программы. Человек-пакет. Давайте сфотографируйтесь с человеком пакет. У нас вообще очень интересная история получается. Прекрасная тема день рождения нашего господина Бобрина, у которого весьма большой праздник. Я надеюсь, что если мы все успеем, мы сделаем ему небольшой сюрприз. Ну что, господа, периодически, когда на лезвиях ты ехать уже не можешь, мой партнер устраивает мне экскурсии по льду на более габаритных транспортных средствах. В данном случае это диван. Собственно говоря, так мы репетируем всегда. Из этого рождается номер. Несмотря на то, что я считаю, что абсолютно справедливо, я первая покинула проект, но для меня было психологически тяжело сойти с дистанции. Я долго приходила в себя. Но сейчас могу сказать, что раны все затянулись, поэтому я с огромным удовольствием жду финального выступления.
А талончики на питание выдают? Конечно, выдают. А, тогда я катаюсь. О! И... На сцене заслуженная артистка Татарстана Алсу. На льду самая смелая интернациональная пара Дана Борисова, Россия, и десятикратный чемпион Израиля Сергей Сахновский. Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, так клонилось в сумерки, укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. Тот день, когда ты мне приснилась. Бис, Борисова, бис! Дана Борисова, Россия! Многократный чемпион Израиля Сергей Сахновский! Израиль! Браво! Прекратите кидаться яблоками, Дана. Потрясающая инсценировка древнего библейского сюжета. Женское начало в образе Даны Борисовой и змей, прям скажем, зеленый змей. Змей-искуситель. Совершенно верно. И переживания он до сих пор примерно одинаковый. Я считаю, что вот оценки были справедливы, потому что я действительно едва на ногах стояла. А что ты сейчас бы себе поставила? Шестерку, Николай. Намек понятен? Нет, мне намек понятен, конечно, тем более от блондинки. Скажи, дерево стояло, это чтобы в случае чего было за что схватиться? Знаешь, я на твои шутки провокационные не отвечаю с некоторых пор. Сережа хочет что-то сказать. Хочу поблагодарить свою партнершу Дану, потому что на самом деле, вот ее спросили, что бы она себе поставила. Я бы ей поставил 6-0, потому что, как вы успели заметить, в этом танце она уже поехала без меня. Я перед Даной преклоняюсь, потому что это не ее вид деятельности. Ее вот на самом деле это быть телеведущей. Поэтому спасибо тебе большое, Дан, и спасибо вам, что вы оценили нас и поддержали. Посмотрим, что скажет Дмитрий Губерниев. Дана Борисова, имя тебе искушение. Змей, конечно, молодец. Смотрите, как она в линию вытягивается. Она поняла, что когда дерева рядом нет, нужно тоже опасаться. Сахновский в данной ситуации не столь бережно, как мне представляется, несет Дану Борисову. Так и хочется понять, есть ли кто-нибудь, кто искусит Дану быстрее, Сергей. И как не давалось тут ей яблоков. Но она сорвала все-таки. Молодец, Дана. Смогла ли Дана Борисова искусить наших судей, мы сейчас узнаем. 6-0! Браво, народный артист! Я тебе поставил 6-0 не потому, что ты просила, а только потому, что ты правда катаешься лучше, чем я. Вот это да, на контрасте сработало. Чайковская 4,5. Поддержит ли коллег Владимир Винокур? 4,5. Евгений 4,5. Игорь Бобрин 5-0. И есть ли женская солидарность? Блондинки 5,5. Я думаю, что
вы не раз еще меня увидите на «Звездный дуб». Не знаю, как насчет фигуриста, в качестве фигуриста, но точно как болельщика увидите, потому что я буду болеть за Леру. Я очень хочу, чтобы она победила в этом шоу. Я прихожу на церемонию с Сергеем Лазаревым, и я вижу весь наш «Звездный лед», наших тренеров, хореографов, всех наших фигуристов. Это говорит только об одном, об отношениях людей в этом проекте и о том, что мы действительно команда. Правая, левая? Левая, 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 сгибай. А, ну вот эту я оставлю. Ну, да, а, поза стартующего оленя. Да, 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 да. Просто я не съехала сейчас. С одной стороны, чувствуется, что конкуренция становится острее. С другой стороны, чем дольше мы участвуем в шоу, тем больше мы узнаем друг друга. Мы все тут очень подружились. Толкай здесь. У тебя кости маленькие. Она сказала, что у тебя маленькая кость. Очень маленькие, так. Так. А ты почаще, по делу он большой станет. Ой, ужас, пошляки какие, кошмар. Пошляки, пошляки, все жизненно. Жером Бланшар, Джон Циммерман и Гвендаль Пейзерак. One against two. Okay. Он будет один против двоих. Давай, давай. У нас номер втроем. Три мужики. В Гвендалем, Сакновский и я. Я не знаю, что будет. What is sure is that... Но я уверен, что we're gonna have a lot of fun. Будет очень весело. Okay, hold. Итак, держись. Yes. Смотри, да. Гвендаль Пейзера и Сергей Сакновский. Пора, пора, порадуемся. Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубиться на носу. Цик, цик, носи готов. Юный друг в бою открыто. Защитить готовся честь. И оружием забытым сам держи святую лесть. Ну, жик, 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 хоп, упасика новенького. Жик, 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 хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Эх, народец нынчихи, танцы с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик, 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 пау! Носи-ка! Кто на новенького?